Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами снова я, Спайк, со мной сегодня Гуля, Фокус и Дима, и сегодня у нас мафия в Майнкрафте. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! В этой серии в трех раундах случайный из нас станет предателем и попробует всех убить, либо же найти секретный сундук и взорвать этот город. Мирные же должны выполнить 5 заданий, чтобы выбраться с этого городка, либо вычислить предателя и нанести упреждающий удар. Кстати, половина зрителей смотрит без подписки, я буду очень благодарен, если именно ты это исправишь и подпишешься. Спасибо и приятного просмотра! Итак, нам теперь нужно выбрать, кто же первый будет выбирать роль. Я предлагаю сделать это по считалочке. Давайте, Эники, Бенники, Гуль, как тебе предложение выбрать первый? Выбираю, прыгаю, так. Все, странная считалочка. Да, по-моему, нормально. Так, я второй. Мирный. У меня мирный. Да у всех мирный. Что, предлагаю начать, пойти на карту, собственно. Так, ну что ж, вот мы и на карте. Так, я предлагаю сразу найти место, откуда мы должны будем сбежать. То есть вертолет или что там. Может, это я? Ну, вон там я вижу карточку. Там он мальчик какой-то. Так, да, походу это то место, куда мы должны принести алмазы. Да, нужно 5 алмазов, то есть тут получается как минимум 5 заданий, и мы уедем на вот этой яхте куда-то далеко на море. Так, ну понятно. Ну что, погнали задание тогда посмотрим какие-то. Погнали. Так, я уже нашла оружие. Так, подожди, показалось. Я пока вообще ничего не нашел. Но смотрите, там есть башенный кран, мне кажется, на нем должно быть задание, по логике, да? И, о, смотрите, есть еще вот задание. Скорее всего, там какой-то смертоносный паркур, причем. Да, мне кажется, там паркур. А вот здесь, смотрите, здесь нужно спасать, походу, вот этих вот людей и приносить вот этому чуваку. Так, спасателю, да? Угу, ну, понятно. Что, может, тогда кто-то возьмется за это задание? Кто плавать умеет? Ну, давайте я выполню. Кому не лень, так сказать, по воде майнкрафтерской туда-сюда? Мы можем вообще вчетвером по одной девочке поднять, не? Мне кажется, это, ну, кстати, норм идея, но мы уже убежали. Да, и, о, я себе нашел оружие. Так, здесь какой-то район с магазинчиками. Да, сундуков, кстати, тут достаточно мало, я бы сказал. О, смотри, здесь вот что, здесь задание какое-то или что, стоит бабушка какая-то? Так, сейчас, погоди, у меня патроны, во, все. Так. Ей сумочку надо найти, она говорит, что-то говорит. Всю, вор украл сумочку и побежал в сторону какого-то района. Так, понятно, нужно, короче, вора найти. Я, кстати, тоже пушку нашел, смотрите. Нифига себе, нормально, у тебя пушка снайперка тупо какая-то. У меня граната только есть. Так, только гранаты. Ну, пойдем тебе оружие найдем. Кстати, я где-то видел тут сундуки, по-моему, еще. Так. Ну, давайте вот это здание посмотрим, что ли, я не знаю. О, вот сундук, кстати, Дим, вот возьми. Там есть, наверное, оружие. Так, здесь, мне кажется, должно быть какое-то задание. Нормальное оружие. Последнюю девочку. Хорошая. Так, Гуля, когда выполнишь, наверное, присоединяйся к нам, что ли. О! Ой, здесь плохая штука. Здесь бомба, да. Опачки. Так. Ну, я надеюсь, никто из вас не мафия, не хочет, как бы, взорвать вот эту вот штуковину. Где эта бомба? Ну, предупреждаюсь, мафии. Понятно, Гуля. Мы, короче, знаешь, где, Гуль? Мы прямо посреди города. У тебя есть один алмаз, правильно? Я понимаю. Да, вот я только что-то выполняла. Так, тогда, может, смотри, может быть, вы пойдете выполните задание на башенном кране, а я пойду пока что поищу грабителя или выполню еще какое-нибудь задание. Ну, кстати, норм идея, наверное. И так, Гуля сейчас как раз там еще за Спайком приглядит, там вдруг... кстати, осторожно, Гуля, последи за Спайком, а то вдруг он нас отводит, а сам сейчас найдет сундук какой-нибудь мафиозный, где к бомбе будет штука. Так, либо, знаешь что, либо я могу со снайперки вас снять, пока вы там паркурите, тоже идея хорошая. Так, йоу, добродушные люди, не сходите ли в магазин за цветами и одеждой вместо меня? Что это за наглость вообще? Ну ладно, схожу, у тебя алмаз за это. Так, Дима, нам вообще нормально, что мы вдвоем сюда забираемся? Ну, может. Так, ну, интереснее, но вообще... контролируете, проверяете, заберет ли... Да. Если что, я тебе руку подам, если ты упадешь. Ну, окей. Так, а что, подождите? Подождите, цветы надо просто сорвать, что ли, вот таким вот варварским способом? Ладно, окей, я это сделаю. Текс, Агуль, ты нашла какое-то задание еще? Не, я ищу на что-то, типа, тут что-то похоже на канализацию, я не знаю. Ну, мне стрёмно туда лезть. Потому что ты можешь быть рядом где-нибудь. Так, все, я походу выполнил задание, и у нас есть алмаз, ура! У нас есть второй алмаз, потому что я еще с паркура забираю алмаз. О, Дима? Что? Дима? Ты ву? Он Стоп. С крана упал, пока я алмаз брал. Как он мог упасть, что? Ну, как паркур, типа, сложный, запнул. Подожди, это не ты его столкнул. Это не я. Ну, я не знаю, как... Я сейчас, наверное, выгляжу супер подозрительно, но это был не я. Я вообще сейчас был в инвентаре этого сундука и с центра алмаз доставал. Подожди, я видел, как ты сейчас спрыгнул, но... А как ты... Да, я в воду спрыгнул, здесь вода. Стоп, а почему он в воду не спрыгнул?
Ну, он упал со стороны, где нет воды сбоку, типа, и здесь не завернуть. Ну, я лично Боре верю. Потому что он достаточно мирно играет. Ну, я не знаю. Мне по этим вопросам паркуру... Мне сейчас кажется подозрительно, за что он не поверил, но я отвечаю, я не мафия. Не знаю, допустим, хорошо, а алмаз у тебя? Алмаз у меня, да, я его взял, у меня есть один алмаз. Ну, я не знаю, так. не знаю. Как-то это слишком, типа, подозрительно. Я понимаю, ну, блин... Я еще в начале, я же забирался первый на паркур, и я спросил резонно, типа, нафига мы вдвоем на вообще один паркур проходим. О, погоди, а я знаете, что нашел? Я нашел, походу, грабителя. Только он какой-то не сопротивляющийся вообще. Так, подожди, Гуля, а давай быстрее, а то я там что-то сейчас умру, давай канализации, сейчас умру. Да. Подожди, а... Блин, Гуль, подожди, стой! Ну я как, что происходит? А кто? Так, а кто? Подожди, а кто? Кто из вас? Так, тихо, ладно. Кто из... Фокус? Тихо. Отбегаем. Блин, у меня перезарядка на что такое это? Иди сюда. А, граната, ё-моё. Так. Ты что кидаешься? Эта битва будет легендарной. Вот скажи, Дима, кстати, правда упал сам или нет? Он, ну, там сложно, там... Так! Как бы... Ай, как я не попал? Что? Ты так. Мне два сердечка оставил. Так, тихо, перезарядка. У тебя там оружие какое-то жесткое, у меня азимов, с которого стрелять нереально. Давай ты мне что-нибудь дашь. Честно. Ну вот тут сундук лежит, можешь подходить, брать. Так. Ай! Нет! Блин, два сердечка, жесть! Иди сюда! Ай, перезарядка! Фу-ху-ху-ху. Как ты не умер? Как ты не умер? Что? Блин, эта битва просто легендарная. Капец! У меня было два сердечка, даже полтора, наверное, два раза. Я не знаю, как я выжил. Я реально не знаю. Ну, ладно, что ж, мафия была в шаге от победы. Следующий раунд, погнали. Ну что же, мамин симпатяга Plush Edition, следующий раунд начинается снова с выбора ролей, ну и давайте я буду первый в этот раз, почему бы нет. Так, я чувствую вторая. Опять я мирный. Да? Так, все мирные, да, снова? Ну да. Ну понятно. Так, ну погнали. Можно сказать, что и мирный, в принципе, да. Стоп, так, в смысле? Мы опять с планом, где мы вместе бегаем, или у нас какой-то новый план, потому что он был, ну, не знаю, какой он по надежности, какой можно оценить, Гуля куда-то ушла. Да мы в итоге просто разбежались все вместе. Ну смотрите, прошлый раунд был, кстати, не такой уж и плохой, в принципе. То есть мы теперь знаем все задания, у нас есть спасение утопающих, у нас есть помощь бабульке, у нас есть тушение пожара, есть нырок в канализацию, есть опасный паркур немного, и все, да? И у нас есть спайк с пистолетом и три безоружных человека. Да, но так как я мирный, а ну-ка бегом выполнять задание! Все, погнали. Я пойду, наверное, выполню этих, короче, спасателя. Ну давай я пойду на кран. Я бы сходил на кран. Дим, у тебя теперь травма, да? Да, это на всю жизнь. На кран идти теперь что-то не хочется, да? Ну, в принципе, я схожу, а там паркур вообще такой сложный, как бы, или как? Просто, ну, он такой непонятный. Просто если легкий, я даже не пойду. Ну, вы знаете, как бы не хочется свой профессионализм. Он вроде легкий, но там просто вот. Что? если там Боря, он может немного усложниться, да? Падением с высоты. Так, не, ну на самом деле там можно свалиться, потому что слишком много, где можешь, ну, запутаться, во что-нибудь за блок какой-нибудь зацепиться, не знаю. Так, ага. Ну я вроде прошел, кстати, не знаю. Да, я прошел, кстати, это было несложно. Так, у меня есть один алмаз. Десантируюсь, оп. У меня Гуля ворует девочек. Я вообще не спасатель. Неправда. Я тоже спасатель. Гуль, в смысле? Я не думал, что ты... Ну ладно. Так, ну что, я, в принципе, выполнил одно задание. Я выполнил паркур. Теперь Диме не придется туда идти. Ну и все. А я пожар выполнил. Ты забрала алмаз? Да, я забрала. Но могу тебе отдать. Половинка алмаза, к сожалению, не отдать. Ну ладно, держи. То есть у нас уже их три. Получается, что у нас их даже... или стоп, вы вместе? Опа, у тебя снайперка есть. У меня снайперка, да. Да, это подозрительно. Подождите, а мы все задания вообще нашли? Или, может, где-то еще есть задания какие-то? Не знаю. Так, ну я грабителя нашла. Сейчас его водить буду, если что. Давай. Не пугайтесь. Так, я могу помочь, кстати, Что-то я не могу в него попасть. Я со снайперки его зафигачу. Не-не-не, у вас не получится. Он, типа, у него хп просто супер куча.
Все, я завалила. Да? Ну ладно. А я в прошлом раунде его очень-очень прям долго бил. Так, ну ладно, что у нас тут осталось по заданиям, получается? Может... Вот мы и встретились. Кстати, по поводу вот этой дыры с водой, не знаю, я бы там два пузырька как раз, мне кажется, нужно вместе кому-то идти. Ну, мы можем с Гулей. А я уже готов. Я, в принципе, Гуле верю, потому что мы с ней спасатели прошли вместе. А, ну, ты уже здесь. Ну, не, можете и вместе, типа, как хотите. Да вы пока ломайтесь, я уже сделаю все. Ну, я не пойду, наверное, тогда туда. Я не пойду. Ну, пусть они, типа, вместе... А, пойдем что-нибудь другое выполним? Там пожар еще есть? Пошли, пошли, пошли. Там, по идее, еще пожар есть. А что нам... О! Минус. Ой. Так. Минус я. Так, забирай, забирай, Гуле. Понятно, понятно. Кто есть кто. Так, 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 как я вас идеально отманил, ребят, сейчас блин, вас... Блин, нам нужно еще плыть долго, потому что мы в воде как бы... Да, да, да! Только спустились. Хороший, я дал вам совет пойти выполнять задание вместе! Так, два, три, четыре... Так, 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 клоны, что? Клоны... Клоны. А, ты сундук нашел какой-то, что ли, или какие клоны? Клоны работают? А вы что, до сих пор... А, что они на меня-то нападают? В смысле? Эй, вы мои клоны вообще-то! Ой, что? А, все, что? В смысле? Ну что, как вам? Я что-то... Я промазал со снайперки, или она вообще не стрельнула. Я опять, походу, перезарядиться забыл и все, просто в ступор встал вообще. А, короче, мой план был в том, чтобы заманить вас... Ну, кого-то из вас двоих в место, откуда вы будете долго выбираться. А именно в эту канализацию, потому что там нужно долго плыть в это время. Я пошел и взорвал бомбу, потому что вы бы просто меня не догнали в этот момент. Ну, как это бы... умно. Ну, что ж, друзья, вот такой вот раунд, в принципе, получилось выиграть за мафию. Ну, и давайте еще один сыграем. Мне кажется, третий, прям завершающий, будет вообще идеально. Давайте, давайте. Ну что, морские пожилые котики на связи. Третий раунд начинается с выбора роли. Так, ну и я снова. Ага, понятно. Так, ага, я мирно, как всегда. Интересно, я снова мирный или снова я мафия? Я снова последний. Это никогда не меняется, так сказать. Так, ну ладно. Короче, я на самом деле мирный. Сразу хочу это... сказать, чтобы все как бы знали, да? И я предлагаю чисто играть нам по заданиям и выполнить свой долг, спастись отсюда. Дим, что тебе надо? Оружие? Ну вот, на. Оружие берите. Надо мне, да? Вы куда, вы куда? Ну, да. Ну что, пошли, пошли спасать девочек, так быстрее вдвоем. Идите тогда спасайте, наверное, реально девочек. Я пойду паркур, хотя нет, паркур я уже проходил, я хочу что-нибудь другое. Я пойду на пожар, наверное, пожар, мне кажется, это прикольное задание. Так, а как тушить этот дом-то? Типа, тут есть какие-нибудь инструменты, условно говоря, там какая-нибудь, это, как это называется? Ну, там пожарный сидит, который надышался что-то там газами какими-то и не может тушить. Огнетушитель, о, во, огнетушитель я нашел, найс, так. Кажется, я отравился угарными газами, кто-то должен потушить пожар. Ну ладно, легко. Борь, заберешь алмаз, да? Да, заберу. Так. Мы выполнили спасателей. Так, а вы помните, где в пожаре алмаз? Или там легко его найти? Он на крыше. Да, вверху, да-да-да. А, ага, окей. Так, а, подожди, как попасть на крышу? Как... А, вот, все, походу вижу. У нас, получается, сейчас будет два алмаза, да? Два. У вас ну, один... я еще в канализации да. Уже плыву. Так, окей. Канализацию, кстати, вот, мне кажется, сразу надо выполнять, пока у мафии особо немного оружия, и да, мафия не задушена. Там, да, там очень легко убить, прям такая, да, место да. С ловушкой. Канализация, так, по сути, мы вообще... Мы тут все вместе собрались, кстати. Ну да, кстати. Так, кидаю но... дымовую гранату! Давай! Я тоже запускаю дымовую гранату! Все. Ну, я челлендж поддержу. Челлендж дымовая граната. Короче, смотрите, у нас остались какие квесты? Помочь бабушке. Получается, нужно еще сгонять на вышку. Тогда что, Бори, иди, может, ты подходишь? Я на вышку пойду, да. Так, да, а я... Так, я могу пойти завалить этого чувака, что ли, я не знаю, или что? Угу. Ребят, вы сейчас не поверите, но... Дима взорвал бабку из себя. Чё? А как же алмаз-то теперь как? Что, бля? Я не знаю. Подождите, у меня сейчас много вопросов и очень мало ответов. Что за бред? Опа, я что нашел? Интересненько. Что ты нашел? Так, я надеюсь, этого никто не видел, что я нашел. Так. Я, кажется, догадываюсь. Да так, кое-что... Бабка жива, кстати. Кое-что нашел. Так, ну ладно. У меня есть один план. Вот я прям хотел это сделать. Так. Так, у меня, кстати, я если что добыл алмаз на паркуре. Так, у нас получается... А, у Димы же был алмаз один. Опа. Надо, а где его есть? А его же выпускать можно. Ну, по идее... Да-да.
По идее, только да. Надо, по идее... надо найти, где он был. По идее... Чё... Так. Чё, а чё всё так тихо? Я не понял, кто-то... Спайк, ты мафия, что ли? Не-не-не-не-не. Гуль завалил. Я не мафия, я Гуль не... Гуль, скажи что-нибудь. Я взял алмаз, Димы. Я обыскала просто здание, там ничего нет. Гуля, ты где? Да вот, я вот в здание сбегала, тут. Сколько у нас алмазов? Сколько у тебя алмазов? У меня только один, У меня три. Так, я больше давала. Нужно вот здесь вроде цветы, что ли, взять. Понятно. Так. Это ну, что такое? Да, это алмаз, я тебе скидываю, вот видишь. Так, что-то я не... Че вы там делаете? Да мы смотрим тут, как Дима лежит. Стоп, а его точно... Кстати, его точно не убили? Потому что, типа, мне кажется, что может быть и такое, не? Ну, ты понял. Ты же видел, как он сам себя взорвался. Ну да, но да, я типа видел, что там произошел взрыв, и там был он и эта бабка. Но типа я не думал. Кстати, подожди, мы же можем с него. У него алмаз пропал! Я его взял. Окей. Я что-то прослушал, походу. Так. А где Гуля, кстати? Гуль, ты что там по заданиям? Бегаю и выполняю. Ну, смотри, у нас получится сколько алмазов? 4? Кран только остался. 4, у меня 4, а у тебя? У меня ноль. Так, а что нам осталось выполнить? Кран я сделал. И бабку мы сделали. Продать, наверное. Да, продать, наверное, надо. А, продать? Ну, давайте, это, в принципе, легкое задание. Борь, тогда давай ты выполнишь, наверное, я тут постою вот здесь. Постерегу бомбу, так сказать, мало ли мафия побежит. Окей, я тогда выполню. Да? Да, постерегу бомбу. Но, Гуль, я не думаю, что ты мафия. А что ты гранату? Я с тобой постерегу, потому что ты можешь быть мафией. Подожди, а ты... Стоп, давай ты гранату уберешь, потому что... Ну, мало давай что... ты оружие тогда уберешь. Не-не-не-не-не-не-не. Давай. Да не-не-не-не-не-не-не. Так, доставщикам, конечно, работать прикольно. Они туда-сюда бегают от этого чувака. Вы там что, развлекаетесь? У нас пока тут это мексиканская перестрелка, да? Мексиканская дуэль, ты пока сбегай там, да. А почему ты, Гуля, меня подозреваешь? У тебя есть какие-то моменты, почему я могу быть мафией, ты считаешь? Ну, ты вообще сундук находил, и я как бы не знаю, ты, может, его залутал. Стоп, какой сундук я находил? Так ты же сказал. Какой сундук? Когда я сказал? Что я сказал? Ты что такое что-то интересное нашел. Где? В здании, я видела. Кстати, стоп, а откуда ты знаешь, что он в здании? Так я туда тоже забегала. А почему ты не сказала об этом? Потому что ты тоже не сказала, я подозреваю тебя. А я видел, как ты забежала и залутала. Да? Да. Так, я не понял. А, на гранату кинула! Блин, у тебя алмаз? У меня алмаз, я бегу. Всё, бежим, она сейчас будет активировать. Она, мне кажется, уже активировала. Погнали, бегом. Я не знаю, я бегу. Мне кажется, она уже активировала. Давайте, кто первее? Черт возьми, бегу, бежим. Все, я активировал. А взрыв-то все равно, походу, будет. Ну, мы выиграли уже. Ну все, мы как бы уплыли. Все, яхта, ну а ей нет. Яхта, все. Победа, ура! О, так, ну, 8, 7, 6. Так, ладно. Подожди, где ты, как ты вообще, где ты книжки нашел? Я, короче... Че за сверхплан? Гуля, чтоб ты понимала, ой, ай! Короче, Спайк нашел книжки, и мне в них написал то, что ты залутала сундук и что ты мафия. И ты ему сразу поверил, что он мафия, я мафия, не он? Нет, я не сразу поверил, я его переспросил в книжке, почему он так считает, ну и он там, собственно... Короче, я нашел сундук, я специально об этом сказал, чтобы мафия потом побежала, ну, тоже его залутала, потому что где я, было, ну, видно. Вот, и когда мафия побежала, я там сидел и смотрел, кто зайдет. Ну и зашла ты, получается. Вот, ну и я понял, что ты мафия, короче. Вот, вот ну, такая вот серия. Вы за пару секунд меня опередили вообще, но взрыв в конце, как любимый, так сказать, пупичком. Ну да. Но в принципе, победа есть победа в любом случае. Надеюсь, что серия вам понравилась. Кстати, а кто Диму убил? Я сам себя. Я чеку выдернул и. Она в руке у тебя типа. Да, прям в руке. Капец, это жестко. Короче, ребята, такая серия. Надеюсь, вам понравилась. Так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видосы. С вами была Спайк, Гуля, Фокус и Дима. Всем пока. Всем пока.